В Казахстане на территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона появились сайгаки, косули и лоси. Заснять этих диких животных удалось благодаря фотоловушкам. Численность животных пока небольшая. Год назад на полигоне зафиксировали стадо краснокнижных архаров. Вообще мы регулярно наблюдаем всяких лис, барсуков, лосей даже иногда, то есть сайгак. То есть если вот архары, например, у них основная зона обитания – это как раз горы Муржик и Дегелен, которые практически входят в границы полигона, то у остальных ареалы они могут краем задевать, забредать, так сказать, на полигон.